Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мечи и солдаты». Играем за ацтеков. Так, бородатое вторжение. Вот такая у нас миссия будет сейчас. Мы вернулись, господин. Ну, наконец-то, как хорошо быть дома. На наше огромное производственное здание напали, господин. Что опять? Ну что такое? Помогите. Да-да, я здесь, а в чем проблема? Здесь группа варваров, они пытаются добраться до нашего гигантского перца. И? Капля яда с легкостью убьет любого варвара. Но не этих, эти слишком крепкие, нам нужна помощь. Хорошо, я отправлю войска. Пожалуйста, поторопитесь, господин, мы не сможем сдерживать их слишком долго. Доберитесь до производственного здания и победите захватчиков, вот и все, ребята. Так. Слушай, а я что, ничего... Вот этой командой я... Так, секунду, мы здесь не можем с собой ничего выстраивать, ты понимаешь? Абсолютно ничего не сможем с тобой выстраивать. Давай, бомби. Так, этого мы с тобой уничтожим. Это же наши? Да, это наши ребятульки. Стереть в порошок. Жалко, я, конечно, этого не спас там, да? Нашего солнечного вояку. Так, это что, катапульты разрушенные? Вон они стоят, видишь где? Мы их траванем, конечно же. Так, здесь лучше всего вот этих вот. Кто сзади стоит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же тут получается-то? Получается, что мы сейчас с тобой тут отдуплимся, верно? Эти варвары просто демоны, и смотрите, сколько от них разрушений. Нужно всего лишь добраться до завода. Там мы сможем пополнить свои ряды. Если бы это так все было легко и просто. Так, спасли, мы уничтожили. Так, тут у нас, блин, ты посмотри, сколько их спереди еще, а? Тут манна. Слушай, ну манны у нас с тобой достаточно. Так, я уж думал, кто-то идет там сзади. Нет, показалось. Тихо, давай-ка в клеточку, парень. Травим. Заплевываем. Фух, дурак, точно, дурак. Так, а вот, по ходу дела, и мы, да, наша база. Итак, мы добрались до завода. Отправьте рабов в шахты и наймите еще гигантов мне. Завод выглядит как обычный храм, хорошая маскировка. А теперь прогоним этих бородачей с наших земель. Кому тут не нравятся наши бороды? Ага, вот о вас-то мы и говорили. О том, как я разобью вас в лепешку? Наши гиганты позаботятся, чтобы все получилось с точностью да наоборот. Ха-ха-ха, этот перец принадлежит мне. Хм, взять их. Ты посмотри-ка, какой я деловой. Так, у нас есть камень. Так, рабов, давай. Нам голда нужна. Нам нужно много голды. Потом у нас есть с тобой вот этот вот солнечный голем. Да, есть статуи. В общем, как-нибудь проживем. Главное, чтобы зарабатывать финансики. Это в первую очередь нам необходимо. Так, кто там идет? Да, конечно, разогнался. Травим, друзья мои, их всех. Так. Зёлятё, ё-моё. Конечно, зёлятё. Так, шикарно, я тебе скажу, у нас тут все выходит. Давай я, наверное, вызову шамана. Шаман нам необходим для того, чтобы поднимать мертвецов. Так, а башня, вот она, башенка. Ну, заплёвывайте. Дурак. Так, а здесь где-нибудь поблизости нельзя, да, поставить? Ох ты! Заморозка пошла, да, собственной персоны. Так, дай-ка я, наверное, вот здесь вот травану этих олухов. Да, скелетов, конечно, они тут будут разбирать просто на изи. Но ведь я могу их в клетки сажать, так ведь? Нужно больше уничтожить. Да, вот сейчас мы тут повеселимся. Ох, повеселимся, ребята. Чего только стоит один вот этот вот наш голем солнечный. Зюлете.
и травить. Конечно же, нужно их обязательно травить. Пантер вызываем, всех, всех, кого не лень. Так, нам бы сзади голема неплохо бы поставить шамана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Травим. Давай-давай, блин, а у них эти молотобойцы ледяные. Так, где-нибудь башню-то здесь можно еще поставить или нет? Нельзя. Заморозка у них, ну конечно же, у них есть заморозка, ё-моё. Так, давай, пошли. Нужно больше золота, я уже понял. Можно не повторять. Твои налево, они именно в гиганта бомбят. Представляешь, именно гигант им помешал мой. Давай вызывать его. Так, мы их потихоньку-потихоньку, ну, притесняем, как ты видишь. Воу-воу-воу, что это тут? Задних, естественно, ребята, нужно захватывать. Давайте мертвяков. Сейчас тебе дадут мертвяков. Вот. Солнечный голем идет. Так, будем с тобой копить энергию. Вот, еще один. Но он медленный, конечно. Но, ребята, это ерунда. Это ерунда все, что он медленный. Так, давай, 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 давай. Вжучивай их всех. Блин, а он заморозкой пользуется. Тоже не дуралей, да? Так, секунду. Нам бы, главное, ребята, притеснить чуть-чуть. Вот у них тут башенка уже. Сейчас попробуем еще с тобой, наверное, накопить на одного голема. Он медленно, конечно, и долго будет идти. Откуда у него такая армия? Вот объясни мне. Мне, например, непонятно. Откуда он взял их? Столько, причем много. Так, у меня хоть солнечный голем есть? Нет, у меня ни одного солнечного голема, к сожалению. Вон, сзади только идет. Подкрадывается. Откуда у тебя столько армии, блин? Объясни-ка мне, блин, а? Откуда? Я не понимаю. Может быть, нам еще позвать одного шамана, который будет воскрешать мертвых? Давай сделаем. Потому что чем больше скелетов, тем лучше нам. Так, вызываем подкрепление. Опять солнечного голема уже ушатали. Что ж так быстро-то? Слишком быстро. Слушай, я тебе скажу одну новость. Мы уже, ребят, практически их вынесли. Тут остаются рабы. Он выпускает очень мало своих викингов. Я вызову еще одного шамана. Так, големчик мой подходит. Слушай, скорее всего, тут победа будет за нами. Ну? Давай, красавцы мои, бомбим. Ох, все, ну что, черноборот? Кто испугается, дурак? Кто испугается, дурак? Верно сказано. Все. Как это вообще случилось? Никому раньше не удавалось уничтожить наши аванпосты. Аванпосты? Так это был всего лишь небольшой аванпост. А вы же не думали, что здесь все наши войска? Давайте сюда все свои войска. Победим и их. Хорошо, морду чистят вон там. Тинь-дирин-дирин, мой такой радостный. Так, друзья мои, мы с вами переходим на миссию «Услуга за услугу». Поехали. Вы все-таки пошли за нами? Очень храбро или очень глупо? Не беспокойтесь, мы вас все равно одолеем. Ха-ха, люди, тащите сюда мясо, сегодня у нас будет острый стейк. Ни за что. Угу. Опять они, у меня все еще синяки с прошлого раза, господин. Хватит ныть, мы обязаны победить их. Кроме того, теперь мы можем нанимать гигантов. Так что все должно быть просто. Пусть приходят, и я их живым съем. Фу. Так, победите черноборода. Хорошо, я попытаюсь как-нибудь победить черноборода. Так, ну вначале все-таки нам нужно делать акцент, мне кажется, на голду. Потому что здесь все изучается именно за золото. И валуном я так этим и воспользоваться не смог. Так, больше рабов.
Но тут нужно баланс сделать. Тут нужно и рабов, как бы, да, и в то же время надо войска изучать. Иначе можно попасть. Очень круто. Вот башню, например, сюда надо бы влепить. Башня где у нас? Ух, вон она идет. По прокачке в самом низу. Ну ладно, давай тогда еще, наверное, рабов с собой вызовем. Тут две башни можно... Тихо. Показалось, ё-моё, я уж думал, кто-то там щеманул на меня. Так, 140 нужно, да? Есть контакт. Я просто сейчас не хочу выпендриваться первым идти на них в бой, потому что мы можем где-нибудь здесь встрять. Карта, ты видишь, довольно некислая. Довольно некислая и... Улучшение сделано. Так, улучшение сделано. Опа! Вот именно об этом я и говорил. Хотя мы можем его в клетку посадить и зажарить, да, вот этой головой. Вот так вот. Ага, хиляется там, конечно. Сюда поставим башню. Мне нужны рабы. Сюда можно даже поставить башню. О-о-о. Ну а почему бы не воспользоваться, ребята, этим моментом и, конечно же, ставить. Викинг, да, идет? На-ка. Мы вот здесь вот траванем их. А, травится только кто на земле. Кто на вышке, урон не получает. Окей. Так, ночь наступила. Рабов, рабов, ребята, клепаем. Так, ну и, по-моему, пора уже все-таки делать немножко армии. Травим. Его можно будет, в принципе, в клетку, да, посадить? Как вариант. Оу! А что это у вас так много-то тут побежало? Стоп, 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 стоп. Я на это не подписывался. Ты посмотри. Так, тут нужно, ребята, вот этого парня изучать как можно быстрее. Смотри, что происходит. Как тебе такой раскладец? О-хо-хо-хо-хо. Я твой котик. Это все, конечно, понятно, что ты там котик чей-то. Мне нужны големы солнечные, ребята. Так, кроме солнечных големов... А, валун. Валун еще можно прокачать. 250 голды он стоит. Дурак. Блин, вот же дают, а? Големы очень медленно идут. Блин, сейчас разнесут мне тут все. Давай, голем. Начинай тут бомбить по ним. О! Давай ягуаров вызывать, естественно, ребята. Ягуары здесь нужны. Бум-бум, шоколадка, да? Да, и бум-бум, шоколадка. А у него, конечно же, заморозка сразу же. Подключается, да? Башню ставим обязательно, ребята. Обязательно ставим башню. Битва титанов у нас тут происходит. Так, секунду, секунду, секунду. Я не знаю, что сделать-то. Голема, голема, наверное, вызывать, да, нам нужно? Блин, вот эта заморозка бесит просто. Хорошо, что у меня скелеты идут в первом ряду. Как бы их не жалко потерять. Ага, отлично. Так, клетку. Давай вот так вот сделаем, посадим его. Солнечный голем. Блин, а это вот этот чувак молотом тоже так бомбит? Не кисло. Совсем не кисло, если честно. Закончим это. Выкатить катапульты. Блин. Ты серьезно? Он, ребят, собирается вызывать катапульты. Мне это нужно? Конечно же нет. Да что там происходит-то? Давай глушить их. А? Заморозку. Ну, конечно же, заморозка, ребят. Так, надо валун этот все-таки как-то изучить. 250 голды. Ну, жалко тратить, если честно, на это вот. А с другой стороны... Ладно, пускай будет. Так, что у нас тут? Где-то катапульт еще должен... Блин, ночь наступила. Я не знаю, ночью по... Воу, катапульты идут. Бумс. Давай, 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 давай. По катапультам, друзья мои, шпарим. Так, я могу? Могу. Что тут у нас происходит? Так, мы практически дошли с тобой до того места, где в прошлый раз потерпели крах.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Что творится, друзья мои? Клетка. В клетку их всех, кого только есть возможность, надо сажать обязательно. Так, а у меня что, еще что-то по прокачке есть? Нету. Зачем тогда мне показывают это все? Да блин, ты достал со своим этим... со своей вот этой вот заморозкой. Опять, опять нас ребята сейчас будут смещать. Да. А, катапульту можно, ребята, все-таки ловить. Катапульту можно ловить. Ну, это вообще никуда не годится. Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же тогда сделать-то, а? Тут лучше. Видишь, если мы Егоров с тобой вызываем, они попадают. Попадают в огромную ловушку, ребята. Они прыгают. Шаманы ничего не могут сделать без прикрытия. Понимаешь, да? То есть тут как-то надо баланс искать. Господин, гипноз наконец готов для регулярного применения. Как знал, что не зря оставляю тебя в живых. Да, благодарю вас за это, господин. Не бери в голову, а теперь иди и покопайся у них в голове. То есть? Оу. Ну так это совсем другое дело. Друзья мои, мы же сейчас можем их... Ну, мы сейчас можем их гипнотизировать. Так, давай яд. Ох, как же им сейчас не понравится все это, а? Давай, давай, там... Воскрешай зомбарей как можно больше. Так, подожди-ка, а как гипноз применять? А почему я не могу гипноз применять? Что не так-то? А, маны не хватает, господи, понятно. Ну что же не так-то? Просто не хватает маны. Так, секунду. Давайте мертвяков. 5 ночи, блин. Они ночью усиляются, что ли? Я не могу понять. Как это вообще можно понять? Сейчас шаман тебя, по-моему, здесь закумарит, мне кажется. А с чего мана у нас идет, а? Объясни-ка мне. С чего идут накопления манны? Так, сколько? Хватит нам? Опа. Хватай, давай, давай, против своих. Иди. Ну. Так, опять со своей заморозкой тут, а? Так, манну пока, наверное, подкопим с тобой, да? А против кого манна? Хорошо, против катапульт, наверное, да? Хорошо ее применять. В плане 200. А, на каждого вояку, на ребята, своя энергия. Вот что я тебе хочу сказать. То есть для катапульта нужно 200 манны, да, потратить. А что, кстати, насчет манны, я же могу уничтожать скелетов же, точно. Точно, точно, точно. Мы же за счет скелетов можем с тобой. Хотя тут, по-моему, на клетку эту катапульту достанет же там бомбить. Не хватает, что ли? Нет, не хватает, ребята. Трындец какой-то, просто жесть. Как быть-то, а? Уничтожить. Стереть. У него почему-то армия намного плотнее идет, чем моя. Намного плотнее. Эту надо захватывать. И он все равно освобождает ее, да? Буквально там за считанные секунды. Ты посмотри, что творится, а? Ну вот как вот тут, блядь, его можно, блин, победить? Вот объясни. Мы так и будем вокруг да около тут плясать. Я не пойму. Вот серьезно говорю, я не знаю, как тут можно его вообще вынести. У него бесконечно. Мы возле его территории танцуем.
вот это вот, как тебе объяснить-то даже, вот это вот пурга его просто раздражает меня очень сильно. Смотри, все вроде бы получается, все хорошо, да, но мы все равно проигрываем. Вот из-за этой вот ледяной фигни в основном проигрываем. Из-за того, что он морозит. Шаманы, ну вы так какого лешего? Ягуары хороши, да, я не спорю, хороши, но они не справляются. Что-то нас притесняют. Скоро мы, по-моему, здесь с тобой получим звездюлей по полной программе. Так, подожди-ка, а что это? А, ух, так они уже почти ко мне, ребята, пришли на базу, прикинь. Может быть, на валун на этот копить? Сможем ли мы с собой на валун вот на этот накопить? 350, извини меня, манны. Вообще, реально? Только травим их. Они лечатся. Все как полагается, ребята. У них с этим проблем нету. Солнечный голем, ну ты хоть что-нибудь-то там делай, господи. Стоит просто, мнется, жмется. Не удивлюсь сейчас, если опять будет здесь этот, ледяная фигня. Пурга эта. А она уже включилась. Давайте, мертвяков. Давай ресай, мертвяков. Так, отравливаем. Да, красоты, а. И вот так вот мы вокруг да около все пляшем. Мне никак тут, ребята, до валуна просто, ну, невозможно дожить. И что он творит? Катапульты эти бесявые. То есть у него катапульты, а у меня получается вот эти вот големы. Так это выходит, да? Ну-ка дай-ка я его сюда вот брошу. Яд. Ягуары. Блин, вот эти, он еще и хиляет их. Ко всему прочему. Видишь, что творит? Просто в отхил. Куда у меня манна девается? Вот объясни мне. Я ее не трачу, но я ее не могу накопить. Мне бы разочек бы валун пускануть, и все, и было бы четенько все. Но я не могу. Ладно, попробуем. Не будем ничего больше с тобой делать, просто вот так вот. Все, что у нас есть. Будем вызывать големов, будем вызывать этих дротиков, да? Ягуаров. И по возможности уничтожать, хотел сказать, скелетов, которых нету. Скелетов у нас с тобой нету. Так, ждем, ребята. На валу нужно 350 энергии. 350. Если успею, нужно больше золота. Да понятно, что нужно больше золота. А почему вот эта статуя не работает? Только лишь 136 маны накопил. Трындец. Я буду надеяться, что оно хотя бы того стоит. Давай, 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 давай. Смотри, сколько их там, а? Все это катапульты, ребята, делают. Весь погром от катапульт. Уничтожает все на своем пути. Так, ладно. Дайте мне просто дожить до валуна, и я посмотрю. Я просто хочу посмотреть, ребята, сработает ли это или нет. Если это того не стоит, то не будем больше с тобой делать, да и все.
Так, 226, да? Уже. Так, давай помогать. Уничтожать нам нужно с тобой скелетов этих. Есть скелеты? Есть. Просто я не успеваю, ребята, этих скелетов, так сказать, уничтожать, которых он воскрешает. Ну, еще будут? Башню разрушили. 300, сколько нужно? 350, ребята, 350. Чуть-чуть остается нам. Если выживем, то, надеюсь, все получится. Если нет, то будет крах. Полнейший, причем, я тебе скажу, крах будет. Я не успею, он, понимаешь, он скелетов только вызывает, и их сразу же катапульты уничтожает. То есть я не могу их даже вызвать. 337. Жду, 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 жду до последнего, ребята. 349, 350, поехали. Дави их. Серьезно? Ёлки-палки, слушайте, ребята, так это же обалденно. Я почти всех их раздавил. Так, теперь ставим обратно. Слушай, мы можем же с тобой скелетов уничтожать, да? И применить еще с тобой валун. Запарюсь я, конечно, тут их бомбить. Хотя, почему? Все, в принципе, нормуль. Так, тихо. А, они уничтожили, да, там? Что-то у меня тут из армии-то никого и нету. В чем проблема опять? В голде. В голде проблема, ребята. Клетку не хочу, ребята, тратить. Нужно больше золота. Да я уже понял, что нужно больше золота. Шаманы ничего не могут сделать, ребята. А в ближнем бою вообще бесполезны. Вот что я тебе хочу сказать. Давайте мертвяков, блин. Ты, главное, воскрешай мертвецов мне. Шамана хоть одного. Я его не вижу, ребят, ни одного шамана здесь. Нужно больше золота. Вот, шаман пошел. Так, уничтожаем с тобой скелетов. Ради маны. Естественно, все только ради маны, ребята. Так, вызываем следующего. Скелеты все равно, ребята, уничтожаются. Причем довольно быстро, поэтому... Как бы от них толку нету, а вот насчет энергии, да, конечно, будем их уничтожать. Бомбанули, да? Сколько у нас? 280, мало. Тыдыч, сейчас мы еще с тобой выпустим волнучек, не волнуйся. Сейчас мы с тобой доживем до него и обязательно выпустим. А перед этим лучше всего вот этих вот кучу шаманов, потому что когда шаманы пойдут... Они смогут вот эти вот трупы резать. Так, валун, валун созревает, ребята, созревает валун. Поехали, дави их. Ага, ага, ага. Шикарно. Я тебе скажу одно, шикарно пока все здесь идет. Давай, 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 давай. Где там этот шаман? Вон он. Будем опять с тобой уничтожать мертвецов. Да ты запарил, а? Скелет, сдохни. Башню опять ставим. Так, 67. Поскольку он с тобой идет? По десятке, да? За скелета. По десятке за скелета идет. Ну. Кто испугается, дурак. Жестко. Я твой котик.
Ай, шаман, шаман. А? Ну что ж ты будешь делать? Нужно больше золота. Да как я тебе сделаю, блин, больше золота? Вот объясни мне. Опять катапульта, а? Слушай, а может быть нам с тобой катапульту взять? Нет, не стоит. Так, пошел, да? Так, ребята, я уничтожаю скелетов по возможности. Своих же. Ну? Есть скелет? Есть. Окей. Ну? Так, ты, главное, воскрешай мне скелетиков. Это твоя, так сказать, основная задача. Долгий, конечно, будет бой тут. Я уже просто вижу, как с ними тут долго мы бомбимся, ребята. И все это из-за катапульт. Только лишь катапульты, ребята, нам вот наносят офигенный урон своими вот этими ледяными глыбами. Сейчас, секунду, осталось совсем чуть-чуть. И валун полетит. Блин, что там бубнит, блин. Давай, помирай. Так, 350, да, нужно? 350. Давай еще одного. Так, друзья мои, совсем чуть-чуть осталось. Ну? Давай. Поехали. Так. Слушай, ну там неплохо мы подавили. Так, сюда поставим башню. Этих вот мертвецов, ребята, сразу будем уничтожать. Нужно больше золота. Потому что мне нужна манна. Нужно больше золота. Да я понял, что нужно больше золота. Что ты мне, блин, по 33 раза это повторяешь? Как будто я не знаю, что там нужно, что там не нужно. Так, статуя нужна, да? Нужна, ребята, статуя. Ух. А что это такое? Где ваши армии-то? Вон они идут. Уничтожить. Стереть прошу. Слушай, а если я вот так еще травану здесь? Слушай, а по-моему здесь очень даже хорошо у нас получается. Ты посмотри. Я еще отравление все так подкину. Да неужели? Твою же маковку, вот это, ребята, был уровень. Это жесть какая-то, ты сам видел. Мое мясо, вы за это поплатитесь. Нет уж, это ты поплатишься за свою неудачную попытку вторжения. Наш перчик снова в безопасности. Господин, я могу загипнотизировать этого с черной бородой, вдруг пригодится. Отличная работа, а теперь идем. О, друзья мои. Так, ну что у нас тут? Угадайте, кто вернулся. А кто вернулся? О, похоже, вчерашнее празднование слишком уж затянулось. Ну и в конце концов, мы вытерли пол теми викингами. Ну, если бы еще не патрулирование в 6 утра. Слушай, а это там не ацтеки? То есть? Ацтеки, не из нашего лагеря. Здравствуй, мой любезный яд-бутыль. Опять ты? Уничтожьте новый храм Люблю Драка. Подожди. Хорош. Ага. Люблю Драка, да, значит, ты говоришь?
Ну? Испугается. Тот дурак. Так, давай-ка. Этого голема с тобой накажем. Армия наша идет, наша крепчает армия, друзья мои. Отравим чуть-чуть. А тут будет армия-то покрепче. Уничтожить. Стеречь порошок. Стеречь в порошок. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, конечно, было. Оставь в покое моих чудесных гигантов. Конечно, чего размечтался. Так, а гипнотизирование надолго работает, ребят? Надеюсь, надолго. Так, мне нужно еще больше энергии. Кто испугается, дурак. Так, а ты посидишь в клеточке пока. Так, секунду. Вот этого захватим с тобой, да? Блин, наверное, надо было вниз идти. Ладно, ничего страшного. Так, я, наверное, вот так вот сделаю. Окей. Слушай, можно будет, в принципе, и валунчик даже закинуть, да? Или как? Эта башня может стать проблемной. Швырнуть булыжник — отличная идея, гигант. Ну, предположим. Я бы своих бы лишь бы не раздавить. Уничтожил, да, я ее, по-моему. Правда, я и своих тут потоптал. Да, своих я тут потоптал не кисло, если честно. Так, у меня хватит на гипноз, я думаю, да? Уничтожить. Стереть порошок. Если он понадобится. А он понадобится. Ну-ка давай, своих же бомби. Совсем другое дело. Давай, 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 этих ацтеков прижучиваем, прижучиваем, ребятушки. Так, что у нас тут? Блин. Не могу подхилять, конечно же, но рабов мы тут с тобой сейчас зачикаем. На легкую. О, да тут все, друзья мои, что он тут сделает против меня? Да ничего, смотри, целая армия скелетов. Мы сейчас просто его порвем. Хе-хе-хе, дружок. Ацтек не из нашего лагеря, как говорится, попал по полной программе. Вот так. Нет. Что за шум? О, мы только что уничтожили новый храм. Люблю драка. О, отличная работа, ребятки. Уберите этого недоовоща с глаз моих. Выр, в следующем году я до тебя доберусь. Доберешься ты, ага, дудки тебе. Сокрушитель веганов, друзья мои. Вот такая у нас с вами миссия. Что за запах? Похоже, впереди лагерь китайцев, господин. И что они там делают? Добрый день, уважаемый коллега. Коллега, о чем ты бормочешь, старик? Ну, раз уж мы оба выращиваем овощи на конкурс. Конкурс гигантских овощей? Вы тоже участвуете? Ага, я думаю, вам понравится моя последняя работа. Что ты там придумал? Господин, их овощи вправду впечатляют. Вот оно как. Значит, их необходимо уничтожить. Думаю, это не самая мудрая мысль. О, и что же ты сделаешь, старик? Вы же не думаете, что я оставил свою гордость беззащитной? Хватит загадок, Рэй, овощи необходимо уничтожить. Уничтожьте овощи конкуренты и базу магистра Дзена. Понял. Постараемся это сделать. Так, овощи конкуренты, да, значит? Мы там со своим персом этим, ну ладно, что поделаешь, ребят? Да ничего. Золото, золото, золото. Давай, собирай золото.
Так, что нам нужно? Ну, нам нужно денег побольше. У нас валун. Улучшение сделано. Валун есть, да, он стоит 350. Будем, естественно, прокачивать до него. Именно до валуна. Это неплохое подспорье. Будем честны. И, конечно же, башню надо, ребята. Башню нам нужно тоже, блин, развить. Чтобы развить нам... Да-да-да, нам надо с тобой всю эту ветку прокачать полностью. Ну что? Ночь наступила. Вот ночь я терпеть не могу. Единственное, что мне нравится, вот у них башни сами по себе. Не надо никаких топорометателей сажать на них, да? Они сами по себе бомбят. Это классно. Если бы еще были бы какие-нибудь чувачки, которые могли лечить их, вообще цены бы не было. Так, ну что там? Сейчас прокачается, да? Потом, наверное, мы с тобой все-таки будем прокачивать валун. Оу, 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 оу. Идут. Идут, гаденыши, ты посмотри. Ах ты. Паршивец, давай, 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 солнечный голем. Вот так вот. Пройдоха будет знать свое место. 250, чтобы выучить валун. Это, конечно, хорошо, что ты там плюешь, но ты такой слабенький. Вот солнечный голем, да, сейчас тут начнет наяривать. Слушай, нам же нужно с тобой выучить этого шамана. Он бы мог воскрешать уже, да, трупы и делать из них мертвецов. Клетку для этого нужно. Ох, смотри-ка, у них тоже есть храмы. У них тоже есть свои храмы. Храмы Будды. Улучшение сделано. Так, ладно, мы сейчас посмотрим, кто сильнее. А, эти храмы дают, по-моему, защиту войскам, да? Так, может, хватит уже тут, а? Выпендриваться-то, я не понял. Ай, вот тебе и ай. Так, может быть... Нет, давай вот ягуаров будем вызывать. Так, гипноз нам остается с тобой раскачать. Это 200 монет нужно. О, воу, воу, воу. На, на, обезьяна плешивая. Смотри, что творит, а. Думала, все будет так легко. Ага. Так, нормуль. Слушай, а если я обезьяну, например, поймаю? К примеру. Ага. Она стоит и ничего не сможет сделать. Понял. Давай-ка тут отравление сделаем. Так. Блин, что-то у вас тут... А это еще кто такой? Подожди, это же... Это же Дзен. А что он здесь делает? Так, по-моему, надо валун вызывать, ребята. Валун. Что? Мы добрались до их овощей, господин. Они огромные. Приступить к уничтожению, и раз уж вы там, разрушите заодно его базу. А, попробуем. Ты посмотри, а? Дзен что творит? Что он делает? Поднимает в воздух и что? И просто уничтожает. Они уже слишком близко. Рэй, сделай же что-нибудь. Чего? Черто? Сложно утверждать, что эта гипно-овощная диета позитивно повлияла на чернобородого парня. Может, он как-нибудь сможет нам помочь? Черто? Помочь? Да, я могу позволить ему призвать нескольких воинов. Как это будет выглядеть? Объясни мне. Не могу понять. Что тут за намеки? Слушай, может быть... Так, тихо-тихо-тихо. А, мы Дзена завалили. Все, понял. Так, пора, ребята, валун выпускать. Дави их. Ну-ка. Нужно больше золота. Да это, по-моему, ребята... Вон, вон они, его овощи-то оказывается где, а? Ага. Слушай, мы можем их с тобой хватать, вот этих вот чудиков, я думаю, да? Так, я могу башню где-нибудь здесь поблизости влепить? Нет, нигде не могу. Смотри, какая у нас армада идет. Армада у нас с тобой идет. В клетку его, конечно же, ребята, в клетку. Вы не оставляете нам выбора, кроме как сжечь здесь все своими стрелами.
Да, конечно, мы тебе не оставим никакого выбора. Сжигай все. Свои пассивы тоже здесь сжигай. Оу. Подожди, а у нас викинги, что ли? Ты прикинь, за нас викинги. Мы же Чернобороду с тобой захватили в плен, да, типа? Точно. Поэтому он как бы призвал армию свою к нам на помощь. Ну, катапульты тут, конечно, да, бомбят. Божественно, тут ничего не скажешь. Так, у меня же прокачка фул-фул. Давай, давай, эти овощи бомбим. Так, что они там делают? Стереть в порошок. Смотри, 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 что сделать-то, а? Правильно, ребята, они своими... Так, я... О, могу сюда башню влепить. Это уже хорошо. Так. Катапульты. Блин, что, я не помню, они уничтожили... Здесь башня где-то моя должна была... Вот она. Пускай строится. Что случилось? Значит, вы все-таки уничтожили мою работу. Теперь вы и поплатитесь. Что это? Что он там делает? Я не пойму. В клетку их всех. Фигеть, он там вжаривает. Нужно больше золота. Нужно больше золота, я уже это понял. Я уже это слышу, не надо напоминать мне по 1000 миллионов раз. Так. Кто испугается, дурак. Дурак. Кто испугается, дурак, понятное дело. Ну. Так, а тут у нас наверху рабы, да? Слушай, ну рабов-то тоже надо как бы наказывать. Согласись. Они там в шахтах лазят. Давай-ка, солнечные големы, разберитесь с ними. Конечно же, мне хотелось бы... Что? Что происходит, не могу понять. Стой ты там на месте, не дергайся. Угу. Блин, смотри, что творит, а. Поднимает и бросает их, да, на землю. Тем самым уничтожая просто-напросто. Пройдохи, а. Тут, походу, дело опять, ребят, нам без валуна с вами не обойтись. Походу, дело, да, не обойтись. Хотя мы можем с тобой сделать вот так вот. Отравление, так сказать. Отравление, да? Ну да, почему бы нет? Травишь их и все. А мои ягуары, интересно, сильнее самураев? Нет, ребята, не сильнее. К сожалению. Хотелось бы, чтобы так было, но вечно сильнее. Куда ты там бежишь? В клетку у тебя, правильно. Ягуары. Так, надо понизу нам все-таки найти. Ну. Вот. Так, сейчас мы этого с тобой заколбасим. Так, клетка готова. В принципе, готова клеточка. Естественно, друзья мои, мы должны их всех держать в клетках. Смотри, 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 что это творит, а. Опа, а мы пробились. А мы с тобой пробились. И уже начинаем бомбить. Бомбить его базу. Смотри, как превосходно это все выглядит. У меня аж прям душа радуется, когда мы тут колбасим этого дзена. Мастера дзена. Я не пойму, кто там лечит ему базу? Кто там осмеливается это сделать? У него шансов нету, друзья мои. Ничто не может встать между мной и моей победой. Ну, кроме этого последнего уровня. Что? Сейчас все сами увидите, господин. Ненавижу загадки. Так, победа за нами. Вы прошли несколько уровней одиночные. Так, да не хочу я.
Защитники святого перца. Так, поехали. Где все? Где празднование в мою честь? Как-то очень уж тихо, господин. Сюрприз. Сюрприз? А мы пришли отметить свою победу. Секундочку, вашу победу? Викинги приперлись. Как только мы уничтожим вас, перец будет нашим. Ну-ну, удачи, Рэй, защищай перец любой ценой. Нам не нужна удача, нам нужны войска, и они у меня с собой. Ты все слышишь, Рэй? Выводи наши войска и останови его. Так, защити перец и разбейте захватчиков. Понял. Уничтожить врага. Это наша с тобой основная цель. Будем этим заниматься. Битва будет жаркой. Это я тебе точно говорю. Перец вот он, да, который мы должны с тобой защищать. Улучшение сделано. Нужно больше золота. Сейчас будет тебе все и золото, и что хочешь. Искать. Так, башня стоит здесь одна наша. Вот сюда я хочу поставить вторую. Улучшение сделано. Нужно золото. Так, прокачаем яд. После этого мы с тобой поставим сюда башню. Но не забывай, что будем копить энергию на валуны. Улучшение тратить сделано. По возможности не будем с тобой. Энергию, ману, да? Нам нужно будет. Как минимум, ну, на валуна 2-3 нам нужно накопить. И будет тогда все четенько. Так, денег хватает нам еще на одну статую. Улучшение сделано. Сейчас будем ее ставить. Упс. Да какого ж фига, вы уже приперлись, а, сюда. Так, ладушки. Где мои войска-то? Яд-бутыль, сделай уже что-нибудь. Я спасу нас, господин, пусть только подойдут чуть ближе. Что-то там опять затеял. Так. Блин, валун-то я еще не могу пока, да? Использовать. Яд-бутыль. Давай вызвать голема нашего. Слушай, сломали мне все-таки, а? Засранцы, башню. Ставим новую. Давай, заплевывай. Так, я сюда поставлю еще одну башню. А как он так сделал-то? Подожди, где шаманы-то мои? Блин, вон они, шаманы-то. Ух, ё-моё, тут еще и катапульты идут. Слушай, тут надо обязательно валун. Сколько он стоит? 250. Твою ж налево, нужно накопить еще на него. Потом нужно подождать, пока он сделается. Предположим. Эй, бородач, оставь в покое мою новую реликвию. Опять этот цыпляк. Нам просто нужен его перец. Поможете мне, отдам вам любую реликвию, какую захотите. Чего? Они хотят сказать, что к ним присоединяется еще кто-то? Мне ведь не показалось это? Давайте мертвяков. Давайте мертвяков, подожди секунду. Так, башню сейчас уничтожим, я поставлю свою башню сюда. Да будешь ты бомбить-то ее или нет? Давай. А где шаман? Я же шамана заказывал, вон он, еле-еле идет. Так, еще одна, да, башня вражеская. Так, предположим. Что мы так долго-то возимся с его башнями-то? Неужели они настолько крепкие? Когда я играл, у меня они что-то не были такими крепкими. И разносились они с полтычка. Так, валун есть. Что? Блин! То есть викингам помогают еще и вот эти вот китайцы, получается, да? Я ведь правильно понимаю? Ну-ка, посиди-ка в клеточке пока. Да кого же вы убьете-то? Я хотел, чтобы вы били башню эту. Так, секунду. Что тут происходит? Ну это, я считаю, ребята, немножко несправедливо, потому что...
Почему башня? А, вон она, башня только ломается, ребят, вот. Смотрим. Давай, выходи, родной. Сюда ставим свою башню. Так, куда там бежит? Зря ты бежишь сюда, паразит. Так, макаки, все понятно. Так, о, так мы уже почти, ребят, дошли. Может, валунчик нам выкатить, а? Поехали, мы с тобой валун вызовем. Так, через наших надо перепрыгивать. А вот их не надо уничтожать. Ночь. Так, давай вот сюда вот поставим нашу башню. Армию, конечно же, армию надо вызывать. Так, а у меня что, нож не прокачал? Нож не прокачал. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Окей. Так, что тут у нас за переполох? Так, подожди, это только половина пути. Это Черноборот, а там-то дальше еще будет. Ёлки ты палки. А я-то тут радуюсь, сижу. Ага. Ну? Что там происходит, не пойму. Черноборот, короче, ребята, погиб. Я могу здесь где-то... Нет, да? Возможно, поставить башню. Ладно, не беда. Я даже не могу загипнотизировать. Так, секунду. Вот этого шитика надо как-то... О! Конечно, лучше катапульту, ребят. Давай, 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 давай. И есть контакт. Я твой котик, я твой котик. Блин, смотри, что творит, а. Опять этот вшивый дзен идет. Опять этот вшивый дзен идет. Как такое вообще возможно, идиоты? Ну, виноват, Тор. Не волнуйся, я покончу с этим. У меня еще масса солдат. Кроме того, я вспомнил один фокус. Какой ты, блин, там еще фокус вспомнил? Что он там, ребята, хочет затеять, а? Ну, дзен от этого шлепните. Так, ребят, практически возле базы. Уничтожить. Стереть хорошо. Так, 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 подожди-ка, если я отравление туда брошу. Так они, ну, отравление же работает, работает. Плохенько, конечно, но работает. Но... Ты сейчас вот серьезно это сделал? Давай-ка попробуем так надо сделать. А что это? Это что такое, друзья мои? Вот это кто такие? Откуда они взялись? Вот эти вот каменные чудики. Смотри, что происходит. Слушай, ну так мы не договаривались, если честно. Офигеть. Ну, так, 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 пойдем, наверное, поверху, да, ребята? Правильно, в клетку его. Давай, голем. На, хотел ударить, и не получилось. Хотел ударить, и не вышло у него, а. Травим. Будем тогда через отравление работать. Этого в клетку, чтобы он тут не буянил. Так, у нас есть с тобой яд. Че ты там злишься, че ты там психуешь, машет он мне. У тебя же есть пару фокусов, ты говорил. Где твои фокусы-то, а, парень? Где твои фокусы? А, вон они, фокусы его. Солдаты рухнули. Давай, 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 прожимаем, друзья мои, прожимаем. Да. Мои игрушки, мои солдатики, я хочу к маме на ручки. Давненько никто не порол тебе. Да и мы выиграли конкурс. Поздравляю вас, господин. Спасибо. А теперь заберем свой приз.
О, друзья мои, как вы видите, ацтеки выиграли. Итак, правитель ацтеков и его любимый перец заняли первое место. Поздравляем, вы разблокировали компанию за китайцев. За китайцев, друзья мои. Ну что же, наверное, на сегодня будет этого достаточно. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!